ярче. Бури и град обрушились на юго-восток США. Растет число погибших. В Подмосковье горел строительный рынок. Хозяева магазинов отказывались эвакуироваться. Необычная мама. Мне трудно поднимать ее, потому что она уже весит. Я сама 33 вешу. Она 5600. Власти Челябинской области не могут выделить девушке-инвалиду нормальное жилье. Циничный, но благородный человек Вуди Аллен о роли президента Франции Николя Саркози. Вы смотрите новости на Пятом. Я Григорий Хазагеров. Здравствуйте. Этой ночью в Дагестане уничтожена группа боевиков.